Формирование участковых комиссий в Николаевке недействительно. Такое решение принял Донецкий окружной суд. На прошлой неделе в райисбиркоме провели собрание при отсутствии необходимого кворума и утвердили состав участковых комиссий. Заседание провели члены районной комиссии от БПП и партии Народного фронта. Представители от оппозиционного блока в голосовании не участвовали. Суд обязал райисбирком провести новую открытую жеребьевку в трехдневный срок. Члены избиркома, которые провели незаконное заседание, решение Фемиды пока не комментируют, их телефоны молчат. Не может дозвониться к ним и глава комиссии, который пытается собрать новое заседание. Я сегодня опять пытался их собрать, это было невозможно. Я поеду по адресам их собирать. А как, а что мне остается делать? Собирать по адресам, что мне нужен кворум. В Светогорске определяют стратегическое направление развития молодежи и женщин Востока Украины. Такой форум организован ПРООН. В нем принимают участие 150 представителей негосударственных организаций Донецкой и Луганской областей. Участники хотят обратить внимание международных организаций, а также местных властей на социально-экономические проблемы Донбасса. В рамках форума пройдет обучение по трем направлениям. Самореализация в бизнесе, экономическое развитие края, активное участие в децентрализации, а также обеспечение прав и социальных нужд молодежи и женщин. International partners to mobilize the resources to help meet their needs. Нужно также определить главные проблемы и области, в которых они могут сотрудничать и помочь им с продвижением этих проблем на более высокий уровень, чтобы они могли преодолеть. Сегодня самая возможность есть полностью переформатувати, перезавантажити Донецьку область, піти від цього старого, створити отой середній клас, який буде основою.